Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это новый выпуск. Моменты жизни. И так как сегодня у меня косплей на Лизавету Варвару Аранову, и вы сидите после учебы такие, боже, чем же себя занять? Поэтому я знаю, что вы сейчас будете делать, потому что сегодня у нас с вами момент жизни за июль. Садимся поудобнее и погнали смотреть. Моменты жизни. Всем привет, друзья, товарищи. Сейчас у нас 2 часа ночи. Попыталась лечь спать. Сашка мне пишет, спишь? Такая, что ты хотел, говорит. Поехали в Великий Новгород на один день. Это относительно близко находится от Питера. В принципе, можно туда доехать за 3 часа. Мы же сейчас смотрим, какие есть соборы, куда можно сходить. Я говорю, давай арендуем самокат на день и покатаемся по всем этим соборам. Мы едем в спонтанный трип! Мы успели сесть на места, потому что столько станций, остановок. Естественно, все будет занято. Я взяла в путь, в дорогу книжечку почитать. Вот так вот выглядит сейчас мой синяк. Саша говорит, вчера я что-нибудь смотрю битву экстрасенсов. И в принципе, скачала битву экстрасенсов. Понимали, Сашка скачала в путь. Недавнее. Поиск чата битвы экстрасенсов. Битва сильнейших, 23-й сезон. Чего они тебя так зацепило? Ну, это же шоу. Но. Интересно просто, типа, что там. Просто, знаешь, скучно, а потом, когда видят, базу выдаст. На самом деле, я согласна. С детства, наверное, с юношества, когда еще Михаил Пореченков был в первых сезонах ведущим, я понимала, что ну, это все шоу. Для рейтингов, но это так интересно смотреть. Кто-то смотрит Циркан Балатов, эти турецкие села, кто-то смотрит Битву экстрасенсов. Он великолепный век еще смотрел. Я не рабыня перед тобой. Я хером просто беременеет, берепёк. Мы едем по ласточке 3 часа. Кстати, люди какие-то едят курицу. Прям чувствую запах, вот в нос так. Я ждала вонючую колбасу и яйца вырезали. Саша, надо было быть имя этими людьми. Говорит, воды надо купить. Ну, вода, понимание, все правильно. Мы держимся на этом, на коле и липтами все. Чайная церемония у нас, Саша. Краску только челнинский автобус. Это максимальный кринж, потому что там едет челнинский автобус. Причем у нас и в челнах теперь их нет, этих автобусов. Потому что они их забрали. Потому что не выплатили, типа, этот лизинг и, короче, забрали его города. Сейчас он подъедет, я вам покажу. Мы в Великом Новгороде, как бы, где челны, где Новгород. Да по-любому он, не может быть, чтобы... Не-не-не, а это краски индивидуальные, это челны заказывали такие. О, наши челнинские автобусы. Кринж! Ну ничего, Москва уже отправили свой списанный автобус с Челны. Отлично, Челнах отлично. Все ездят. Веду в курс дела, что произошло. У нас были хорошие новые автобусы у города, но, однако, мне выплатили за них, как бы, скажем так, кредит. Ну, короче, поэтому да, обратно не платили забрали. За них лизинг, а мэрия города просто сказала, это не проблема, мэрия, типа, это все да, занимается. Да, там несколько миллионов это все пусть было. Она и теперь сами Челны без автобусов, хотя это автограф, чтобы вы понимали, у нас КамАЗ работает. Подумали. Теперь Челнах старый, списанный на металлолом автобус. Нет, из Москвы. Там... Вот так вот в Великом Новгороде видели свои автобусы. Мы пришли одну из, наверное, главных достопримечательностей Новгорода, это Кремль. Сашка идем, он такой, тут, наверное, раньше была вода. На минуточку, мы живем в Питере, мы уже относительно зажрались, мы живем около Невы. И Сашка так реагирует, типа, тут была вода. Становились с Сашкой посмотреть на колокольчики. Тут рядом колледж есть. Тут также все на месте. Дзинь-дзинь-дзинь, дзинь-дзинь-дзинь, колокольчик звенят. И ты надо его повесить, отлить, повесить, чтобы на правильную высоту звучания у каждого колокола есть как бы своя нотка. И это все совокупно, что все поработало. Просто жесть. Эй, ножками, давай так дрыгни. Это. Прелесть. Часть старого города, городской пляж и рядом с пляжем, конечно, Кремль. Хотим немножко посидеть, отдохнуть от такой красоты церквей. Ищем скамейку. Вот, как что-то типа... Итак, друзья, рум-тур моего отельного номера на эти сутки. Небольшая прихоженка. Пожалуйста. Санузел с ванной и туалетом. Ну, душевая кабинка. Ну, в принципе, неплохо. Вот, можно присидеть. Хе-хе-хе-хе-хе. Дальше у нас с вами идет кровать. Шоколадинку даже положили. Обалдеть. Картина уток. Можно вести переговоры здесь, деловые. Здесь. Хлебнуть чайка, попить водички. И, конечно же, посмотреть битву экстрасенсов. Остальные вещи положить сюда.
и миллионные, миллиардные доллары положить в сейф. Рубрика «Саламбада». Церквей тут, конечно, хоть за этим. Отлично, это очень хорошо. Разорались, что, а? Перекличка какая. Опять поехали в какую-то природу. Как-то нас сюда прям заносит. Надо сфоткать башню и отправить, что мы в Токио были. Хорошо, сошусь. Вот. Красиво, да, Шуль. Ага, Токио, полнейший Токио. Угу. Ну, это не Токио, вот это Токио. Ну, неплохо выглядит ночью, она так еще переливается красиво. Мы только уселись посмотреть на, как это, танцующие фонтаны. Да, только присели, время 12 стукало, все выключили, мы такие... Реально 12 ровно? Да, ровно 12. У них 12 и умирает вся жизнь, как в челнах. Нет, просто реально, Сашка только сел, и все, такое, и все, и на этом пока. Моменты жизни. Произошло. Ну дерни пока это. Только резко надо. Кисти мяса какое-то устроили. Юлька сегодня решила что-то поделать и засорилась. Я не знаю, что-то. Помогло ли это? It's so nice. Ты такой пропустил оттуда. Да, что было? Прям оттуда вылетело. Большой палец, отсюда. Туда. Ну пальцем? Ну как я тебя одним пальцем-то буду работать? Стоял бы вот так резко. Саша такой, говорит, давай резко, а может видео посмотреть? Так, ну вроде, держи себя в руках и в ногах. Вроде посмотрели видео. Тут резко. Ты что тут всплывает, Юль? Я, говорит, корни чуть-чуть почистила. Подпало, значит. Что произошло, Юль? Я раньше вымывала корни из очень количества земли. Пошла вода! Может, ты ножки помоешь, ты сейчас грязной водой пошел к себе в комнату. И ко мне в комнату пошел, везде пошел. Моменты жизни. У нас сегодня защита, наконец-таки, ура! Ура! Ребята, мы собрались опять в этом же составе. У нас всего 4 человека. Даша нас показывает чудесный зонтик, прозрачный, говорит, выиграла она. На конкурсе. Слушайте, ну платить за зонтик, это в Питере. Зато хороший подарок. Да, вообще-то, факт, да, это факт. Единственное. Обычно или флешку дарят, а в Питере вот зонтики. Не, ну там предлагали ручку, блокнот. Или зонтик. Зонтик, типа, я взяла зонтик. Все правильно. Че, как ощущение, ребята? Не понятно. Планка вообще через под контроль. Да? Вик, ты понимаешь, что ты, ну, все заканчиваешь, типа, наконец-таки, ура. Блин, а мне, знаете, даже жалко. Тема выпускной функционной работы – создание методического пособия по ЕГЭ на музыкальном инструменте укулеле при помощи аудио, видео и визуальных программ. Среди всего этого следует отдельно выделить пособия, которые изображены на слайде. Раз, два, три. Какие ваши ощущения? Прям, ну, облисим. Мне понравилось сравнение с супчиком. Да. Ну, сегодня в ударе. Это было прям хорошо. Я хорошо. Тоже думаю об этом. Мне кажется, что мы самые первые. Там сейчас будет еще какой-то параллельный дизайнер и 17 человек. У нас всего 4. У нас хотя бы что-то интересное. У всех вообще... У нас разные работы, чтобы вы понимали. У ребят, у дизайнеров, типа, есть единая стилистика. Они делали сайт, дизайн сайта для разных культурных мест. У нас вообще все разрознено. Я думала, кстати, что будет хуже. В принципе, я разошлась. Меня увлекла эта тема. Разошлась. Молодец. Неплохо. Единственное, что мне не понравилось, там то ли открытое окно было сзади, то ветер, то в микрофон, и это сбивало. Нет, там просто... Викуся, ты на звукорежиссера заканчиваешь. Там был включен еще один микрофон, и колонки ловили эту волну, понимаешь? По ощущениям твоим лично, да? Нормально. Мне нравится, что ты показала до обработки, после обработки. Динамики, походу, говно, а шипение слышно было. Вот я запаниковала. Я такая... Небольшой ланч. После защиты немножко перекусинчик. Все, ура, наконец-таки в четверг захожу за дипломчиком. И чао-кака, Даша, у вас с высшим образованием. Кто-то, может, что-то хочет сказать?
Слава Богу. Мы свободны. Обе свободны. Ура, 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 ура. Моменты жизни. Все, Сашка, на английском старте. Сегодня акция, ну как это, купон 5.0.5.0. Два буксмаксера по цене одного. И догадайтесь, Саша, сколько купил? По ошибке. Приложение залагало, в итоге он купил три. Три по два. Итого шесть. Ему готовят буксмастера. Он говорит, один покушаю тут, один возьму завтра на завтрак. Чисто Сашка у нас будет и завтрак, и обед, и ужин. Ой, пойду получу. Иди, получи, Саша. Что-то он не особо радостно как-то взял. Он сначала оплатил, потом говорит, а что так дорого вышло? Сашка, сколько боксмастера? Сашка, ну ты ювелир. Вкусно? Ты можешь растягивать удовольствие, Саш, тебе еще столько штук. Нежнятенько. А мы продолжаем трип по нашим бывшим местам, где мы жили. На этот раз приехали на вторую квартиру. Как вы помните, тут есть целый парк и Сашкина любимая лавочка. Под таким вот деревом большущим. У него каждый раз была битва с бабульками за эту скамейку. И кто выиграл? По-разному. 1-1. Ностальгия, конечно, все это мы на самокате делаем. Мы не подумали, что мы поехали на метро. Сашки перекус, самокатерочек. Как тебе боксмастер твой? 6 штук? Да. 10 из 10. It's so nice! Мечтал об этом. И знаешь, как в детстве, я куплю целую пачку сухариков, Сашка, куплю боксмастеры. Были бы они еще вкусные. Согласна. Красный диплом у нас один. Даня Олеговна. Получилось, я не знаю. Вика рада, да нет. Даша нас вообще проспала, мы ее потеряли. Нас, по идее, 4 людей. И она такая, типа, я проспала. Чтобы вы понимали мой нынешний вайб, я в таком костюме. Еду домой на электросамокате, потому что мы вчера оплатили проездной на сутки. Еду я по набережной, это та самая набережная, с которой мы обычно с Сашкой ездим. Вот такой вот вид. Красота. Вот за это я и люблю Питер. Что-то Саша не особо рад за меня, что у меня отлично стоит диплом красный. Проектирование информационной системы. Недоволен, да, что-то? Чего недоволен? Все? Завидует. Завидуешь. Создание виртуальных сред. У меня была эта пара, я ходила на нее. Что это? Создание виртуальных сред. На что это? Честно, мы работали в After Effects. Ага. И все. У тебя отлично стоит. Коротко моё ни в чём не. Жалею, что надо было ко мне, да, поступать? Блин, надо было в универ поступать. Теология, методы научных исследований в сфере информационных технологий. У тебя было? Да. В такие моменты очень важно говорить уверенно. Да, было. Чё ты сказал? Методология и методы научных исследований в сфере информационных технологий. Это системный анализ. Все было! Было все! Что вы там делали? Было все! У меня стоит зачтено с отличием! Зачет! Еще с отличием! Это зависть! Крис, my diploma, my red diploma! Amazing! Yeah, it's so unwaiting, неожиданно! На этом уроке было слово неожиданно как annex. Annex. Unexpect? Unexpected. Unexpected. Я also have this. A little bit cut. Это. Yep. Are you happy to finish your university? Yes, I'm happy because this ура, ура. Моменты жизни. Всё, хватит. Давай, я видео хочу снять. Ну что-то не получается. Во, держи вот так. Вот. Руб, ну помоги ей! Кому ей Юля, помочь? Юля, помоги! Как я ей помогу? Бог поможет! Вот сзади стоит затычка! Вот это так, блядь, всяк, мяк, блядь! Купила вот такие клевые на Валберес шоколадки. Они, во-первых, вкусные, во-вторых, они порционные, то есть вы не съедите много. Ребятки, попробуем сейчас делать фотку, будем делать picture for мистер Дядечка. Такие романтичные. Сердечку я делаю, вторую он. Рядом как лепестки вот так вот рассыпьте. Уже романтичные люди. После долгих ночей верю. После долгих ночей.
Не так холоднее обернется после долгих ночей. Как белые мотыльки и летать себе недалеко от земли. Моменты жизни. Привет, друзья, товарищи! Как-то неожиданным образом я вышла из дома. И какой повод, какое событие? Обычно я вижусь или с Наташей, или пока Наташи нет в Питере. Ее мама живет здесь, поэтому... Привет. Да, пост дал, пост принял. Что хотите сказать? Что рассказать? Быстренько. Ребята, мне опять учитесь играть? Да. Укулеле? Видите, старшее поколение смотрят, восхищаются, говорят, какие мы молодцы. Мне очень нравится. Лайк. Приятно. Лайк, подписка. Комментарий пишем. Мечтайте сиять и жить. Хорошо сказала. Тогда сразу сингл, драйвинг. Ну почему? Смотри, Дашусь. Able to... Если able. Да, manage всегда с to. Мне нравится английский, но иногда вот имеет разное обличье. То to в значении чтобы, то to это неопределенный глагол, то to это как герунди или инфинитив. Ну а что ты хотел? Ты у меня уже... Я вообще ничего не хотела. На каком уровне, блин? Так, все, я сразу вижу, что сейчас первый полет будет хороший. Мне кажется... Да, всегда предпочитаю. I would prefer... Сейчас скажу. To eat out. Because I had forgotten how splinters... Я наконец-таки встретилась спустя много месяцев с Ариной. И она мне такое открыла. Я в шоке. Я даже не постесняюсь сказать... И выпало. У нее есть, как это называется, Nintendo. И тут можно играть. Шортики показываю. Шикарные, красивенькие, такие, ай, ну, на летний вайб. Ты сравнила свои шорты? Не по обиду, шорты, извини меня. Вот, у меня такого никогда не было. Вообще, у меня такого никогда не было. Между прочим, опасливо, ты мне показываешь? Я могу купить, давай, показывай, как играть. А это прям, типа, знаете, вот, переносная игрулькина. Кинь, да? Знаешь? Мне что это напоминает? Когда у одноклассника появился телефон такой же, там не кнопочный, а первый сенсорный. И, да, посмотри, да, посмотри. Твоя самая любимая игра на этой штуке. Сейчас, подожди. Блин, жалко, нет. Тут еще есть, можно прицеливаться, вот, ну, поднимая его, но в этой игре нет. Не самая лучшая вестибулярка, в принципе. Я говорю, поехали, покатаемся на какой-то штуке. Я говорю, а вот такой штуке. Она, в принципе, для детей семейная, комфортная, все дела. Я немножко... Теперь смотри на виды Выборга. Ну, в принципе, летом тут не так плохо, как было остальные сезоны. Сейчас Ирина говорит, что тут есть такой детский аттракцион. Это внебрачный сын Кроша и Копата, чем еще у него такие ады-дог. Решает опять вопросы свои взрослые какие-то. Моменты жизни. Показываем, как выйти. Пальцы, следи за пальцем. О, не наверх, тут дыма. Думаешь, поймет? Уговорила все-таки. Здравствуйте. Ты что, ты сейчас уйти собираешься? Ну все, да. Пока. Ну. Да, а обидно. Так ему и не простили. Саша! Голубая луна. Голубая луна. Голубая полюбила. Голубая луна. Голубая луна. Я хотела бы сидеть в туалете, просто музыкальное сопровождение. She's fire. Саша, Оля, готовься, там будет сейчас момент. Моя жизнь. И ушел закат. Голубая луна. Голубая луна. Голубая луна. Голубая луна. Голубая луна. Я отправила видеокружочки всем, кому можно. Моменты жизни.
такая чернуха пошла. О, Кока-Кола! Кока-Кола лайт! Кока-Кола нормаль! Эй, Кока-Кола! Сэ-сэ-сэ-сэ-сэ-сэ-ро! Это не такая. Вот сейчас начнем, смотри. О, в 21 веке живем, столько денег платим, да, за коммуналку. Теплая? Теплая пошла. Тепленькая пошла. Петельку папа наконец. Ура! Коммуналка пошла. Плюхаться будем. Сейчас сядем в эту вот нашу ванну джакузи и будем все сидеть. Хороши арбузы. Эх. Торжественное открытие арбуза. Юля! Смотри туда. Видим! Сашками! А Сашка купила без семечек за 500 рублей этот арбуз! Сашка! Обманули, считай! Не придется по наружу строить. Из-за того, что арбуз с семечками... Ты на каркала. В чем каркала-то? Ну... Ладно, поехали. Хоть сладкий, надеюсь, будет. Ой, как ну как, как яйцами же бьется. Ну, мы помним этот момент. Ну, я яйцо почистила. Пипец, у тебя яйцо размотало. Ну как, оно? Чем арбуз и арбуз. Реально? Ну, слушайте, заинтриговали. Слушай. Улетай на крыльях ветра. О, матушка моя, какую-то красивую. А что вы стоите там где-то в сторонке, вот тут мама до слез довели? Ужас какой. Это не ты. Я? Это я. И розы мне? Это розы? Жесть. Саша, подержи. Каждая girl is his. Так, как и все девочки в этом мире. Девочки, там двигаться, но никто не выглядит так великолепно. Она напоминает мне, что женщины good one thing. Ну, у нее только одно на уме у женщин. А что у них одно на уме? Ну, видимо, вот то, что мужчину завести. Ой, ой. И танцуй, типа. Это как будто, не знаю, на пляж собралась. Ты видела погоду, какая у нас сегодня? Шароварочка, у меня отец такие трусы носит. Договорились в три с девчонками. Я пишу, говорю, я немножко опоздаю, все окей. Говорю, Гелюська, ты это, ты там уже? Я бы хотела. Да что так ты даже меня не обняла? Ну, так это ты меня тоже не обняла. Гавриша! А что, Илька уже пришла? Юлия! Господи, а меня так не встречала. Именно. Я все видела. Ай, ой, девочки, присели тут на пикник. Вот такая погодка нас там ожидает. Дождик уже, кстати, идет. И мы сейчас будем играть в игру «Еда по цветам». Гаришка у нас СММщица, она знает все тренды. Гариш, что за тренд? Быстренько рассказывай. Это уже антитренд. Антитренд, мы... учитывая, когда я еще это выложу. Итак, первое мы с вами будем смотреть красный. Блин, я думала взять нормальную еду из Ласкитлс. Девки молодцы, вообще, по спортику. А дальше что, давайте синий дальше. Нормально, к чайку. Фиолет. Как вы думаете, у кого-нибудь будет одинаковое что-то? Думаю, нет. Дальше желтый. Даша! Это мне нужно для следующего. Это мед. Зеленый, так. Камамбер, вот это я понимаю! Кариша! А что, вот этот сыр едят с хани? Ну, я люблю с медом. Так, давайте, наверное, пока чипсы. Каришка, вот это московские замашки! Московский купила сырок. Говорит, сейчас с хани будем есть. Я никогда этого не знала. Вот сразу видно, живем взрослую жизнь. В общем, сидим, болтаем. Ну, извините, нам уже по 24 года. И когда мы начинаем с девками обсуждать всякие болезни, это все поникло сидит. Ну и что, здоровая спина? Здоровая спина. И говорят, типа, там встаньте по лопатке вниз такая. Блять, в смысле лопатки? А, ну тогда, верши. Выключить свою эту... Сегодня я была на день рождения своей бабушки. Слушай, приятно, что солнце вышло. Да, вообще так тепло стало.
Еще рыбой пахнет. Вот любимость. Любимость речки, да. Ой, пошли плавать. А там плывет кораблик сзади нас. Вау, какая красота, какой молодец. Вставай, сама, какая рука. Просто сейчас тупо посреди разговора. Видите, как близко. О, капец. Ой, кто какая там? Дата? Это бобр. Бобр, да. Бобр, огромный бобр. Они обычно там где-то делают. Смотри-ка, приехала в челны, да, и вот тебе. А в челну меня интервью берем. А че? Сама же нам увидела. А, это я увидела, да, бобр мой. А я буду у бабы вас оценивать. Ну я не могу, опять начали станцы вот ее вот эти вот. Кариша. Давайте разучим сказку, которую уже знаем. Ну давай. А мы сейчас быстренько выучим. Это с какой стороны? Лево, право? Да, вот сюда. Сюда это куда? Гичи, гичи, я-я. Да-да. Ну сделай мне, что мы потерялись. Немножко. Дай будем стоять, стоять. Ну-ка обратно повернись. Ну, долго слишком, давай не будем это. Вот, и это конец. Пум-пум. Придумать, чтобы мы в конце как-то вот так вот еще встали. Все, что, давайте снимем. Блин, мы можем в конце посмотреть на друг друга вот так, другой рукой, да? Держу в курсе. Я обосную сначала со своей стороны. Я нашла рецепт, самый первый, который мне попался. Я по нему слепо действую. Как написано там, так я и делаю. А этот возмущается, сидит. Чтоб ты понимала, она засунула сухие дрожжи в сухую муку. Думаешь, ли это о чем-то говорит? Размешала эту всю смесь, вот, в полотенце обернула в надежде, что там что-то пойдет с этими дрожжами. В теплое место, вот она. У меня надежды никакой нет. Я делаю, как там сказано. А он что-то ждет, надеется. Чудо. Да уж ты 3 раза сказала, давай новое тесто замесим. Он говорит, давай новое тесто замесим, что продукты переведут. Так вот же, они уже переведены. Ситуация следующая. Мы решили сделать один огромный круассан. Тесто я закатала. Смотри, видно производом. Там слои. Сейчас будем делать один большой. И вот остаточек мы тебе заморозим. Чтоб ты приехала, и мы приготовили еще один. Вот эту часть большую бери, вот да. Эту? И крути его вот. Ну, вот так, поменьше, наверное. Можно, наверное. Вот больше, так как-то? Чтобы да-да-да, чтобы завитилисти был. Вот какая красота. Ля-ля-ля. 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 Жесть какая. Зачем ты это сотворила? Дашуля, мы все. Это первая партия. Мама, папа. Биба и беба. И теперь самый главный гость нашего вечера. Давай. Бревно. Всем круассаном круассан. У нас официальный разрез круассана. Поехали. О, хлеб. Не пропекся, Юль. Юль, он не пропекся. По вкусу просто мука. Delicious. Подожди, я хочу показать, как сош круассан. Заказал сегодня вот круассанчик на завтрак. Махать. Девочки, ты зарядка, что не понимаю? Вы радуетесь дню новому? Мы встречаем её позитивно. Я же голова разболелась. И наклоны. Традиция у нас кататься девчоночками.
На катамарана. На катамарана. Сегодня народу нет, потому что сегодня будничный день. Ну что, девки, ощущения какие? Прикольно. Хорошо. Вы сами рулите. Пока тут катаемся. В камышах вон уточка. Ну вообще, девочки, ну в мире животных. К нам собака приплыла. Корешка, все, уже спасатели Малибу. Сегодня у нас выходной день, и это значит, что нужно проводить время вместе. На этот раз мы всей своей коммуной, моих родителей, брата, поехали с детьми. Мне кажется, бешеные вас ничего не слышали. Как будто, он говорит, зачем нам какие-то моря, океаны? Вот, пожалуйста, рядом камма, которая воняет рыбой. Что ж, друзья, товарищи, мы поднялись наверх, потому что в том году это все было перекрыто на ремонт. Мы немножко отдохнуть сели. И посмотрите, как похабно. Это вам цитат моего отца сделали. Вот эти все ступенечки, они все облепились. Они все раскрошились. Жесть. Стоит заметить, воздух действительно приятный. Пахнет чем-то хвойным, еловым. Но не доработали. Что такое? Заметила вот это! Это огурец! Огурец! У нас растут огурцы! Я думала, она уже померла! Огурцы растут! Сашуля! Салат будем кушать скоро! Меня испугал! Я думала, крыса какая-нибудь здесь! И поэтому я говорю, фотоаппарат возьми! Да! Моменты жизни! Таюшик, ты меня стрел... А мать где твоя? Алиса, громкость 10. Еще тебя не поздравили с выпускной, понимаешь? Поздравляем, Даля. Что такая песня, да? What's happened? Подарок выпускнику. Ручка, колокольчик. Все школьные годы теперь позади. Сегодня торжественный праздник. Как много открытий еще впереди. Удивительных, смелых и разных, Даря. Ты так ждала выпуска этого. Это даже лучший выпуск на колледже. Там почетная грамота. Но это не только на тему твоего выпуска. Еще и самая лучшая подруга. Ой, зайчик. Такой маленький. Вау, я ж... Ой, зайчики, я так вспотела, пока до вас дошло чуть-чуть. Сейчас я разденусь, и мы нормально пообнимаемся, да, девочек? Фунтик подрос! Шоки, давайте дверь закроем, потому что счастье либо тишину. Во, девчонки, конечно, подросли. Пойдем, давай, покажем, как ты умеешь танцевать. Жопой как делаешь, Таюшка? Все в маму. Трапезничаем, как всегда, арбузы и Алина — это вещи совместимые. Тут у нас шапочная пати. Ну, как бы, да. А где твоя? Быстренько. Оп-оп-оп-оп-оп. У меня панама. Она панама. Самая стильная из всех. Hi, guys. Это Герус, анименарные персоны. Вновь встретилась с девчонками. Юлечка как раз тут. Неподражаемая Гелюся, моя тича. Девчонки предложили сходить в ресторан. За минуточку. Этот ресторан считается... Ого-го, по меркам Чулнов, ну, реально считается, видел? Ну, я вчера была на бровях, вот у меня очень красивые брови. Надо ли тоже бровки сходить, сделать, чтобы контуринг бровей. Вот, и мне мастер сказал, что очень много классных новых мест открылось. Немножечко уже посидели, ну, хорошо нам весело, забавно. Все уже обсудили. И самый главный момент, вам не сказала, мы сегодня без Коречки, потому что в Коречке закончился отпуск. И она уехала в Москву, Never Sleep. Ну ничего. Но мы грустим. Покажите, как грустим. Я очень грущу. Я ем это моти и грущу. Грустит о Коречке. Коречка, я мы всегда все... Да. Мы все очень грустим. It's so sad, Кореча. Мы сейчас поужинали в ресторане. Илю говорит, мне скоро уезжать. И я хочу поесть бок Батыри. Батыр, кстати, славится своими сосисками в тесте. Сейчас жареными. Покажем, как они выглядят. Сейчас я покажу, надеюсь. И говорит, ой, девочки, пошлите быстрее. Пошли бок Батыр. Не успели, пока переходили дорогу, там женщина уже все закрыла. Все закрыли. Ну вот, не кушаем сегодня, все. Вот, тогда был не мой день, а сегодня не твой. Ну вот, Юлька, мне фартануло. Сейчас еще дождь пойдет для полуши. Не надо. Если ты обожаешь влоговый формат, то у меня на канале есть целый плейлист с моментами жизни. Обязательно чекай и смотри. По традиции не забывай написать, что у тебя нового произошло за это время. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.